Интересный будет конкурс у нас. Мы отсюда побегаем. Куда? 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 В одну колонну встаем, в одну шеренгу вот так. А что мы будем писать? Давай, мы первые. Володя, откуда мы там мел поставили? Встаем здесь, встаем друг за другом. Не, я буду. Ну а как же просто? Я последний день. Вот правильно, вот как надо выстраиваться. Давайте. Он катится, он не стоит в этих стаканчиках. Простой конкурс. На две команды. Одна команда пишет мелом. Мел берет стаканчики. Галина Михайловна, ступа ближе поставьте, он мыт просто. Пишем, каждый участник пишет слово. Да на пол надо было ставить. Слово масленица. Определение. Масленица. А, да, да, прилагательное. Красивая. Не подсказывай. А тот, кто не умеет писать, тот просто рисует солнышко или блинчик. Да. Какой-нибудь элемент. Так, ребята, вы вот с этой стороны доски пишете. Взрослый с той стороны. Какой итог? Какой конкурс? А мы посчитаем, какой итог? А какая команда? У какой команды лучше и красивше все это получится и быстрее. Так, приготовились? Доставьте на пол их. Ставь на землю, Женя, а то они летают. На землю ставьте. А я держу. А. Следующий. Какая масленица прилагательная? Можно рисовать. Кто умеет писать, кто не умеет. Можно рисовать. И мы сравним, кто лучше напишет про масленицу. Вот. Ловаты разные. Солнышко нарисуй. Солнышко, блин, нарисуй. И беги скорее, там быстрее надо. Так, так, так. Что-то взрослых все редеет и редеет команда. А вот детей-то наоборот. Дети у нас сильные. Рисуйте что-нибудь. Что у нас одни слова? Ой, 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 сюда. Ну, падает она со стула. Ну кто? На. Пиши за всех там. И заодно проверим знания наши. Хватит. Еще побегут. Настя. Настя! Ничего себе! Ничего себе! Самые молодые, даже не это, не ждут. Кто там? Маша, Маша! Что-то там чертит. Похоже на санскрите. Там еще это самое ждут. Вася, быстренько пиши слово или нарисуй что-нибудь. Ой. Кого там затоптало? Ну, собака заклевала, давила. Так, молодежь,
Нарисуй солнышко. Нарисуй солнышко. Какое напишешь? Вот. Солнышко будет. Я тоже спрятала. Это радостное или нет? Давай, вон сейчас нарисуй рисуночек. Рисуй, блин. Блин, нарисуй. Вот рядышком вот здесь нарисуй. Какой блин бывает у нас? Круглый. Вон какой красивый у нас блин. Молодец. О. Так, так, подходим Аня, еще. Аня, солнышко рисуй. Рисуй солнышко, Аня. Рисуй солнышко. Да что, достанешь вот отсюда? Давай, быстренько. Молодцы! А там как сверху открывается? Ну, оно просто крышку надо это помогать. А то обожжешься. Все закончили? Нет, я имею в виду в самоваре. Там много еще игр было. Игр еще много? Еще рано, но остынет. Так. Круглая. Ну, следующему мел отдай. Сейчас прочитаем. А ты что с топором тут делаешь? Да со своим номером пришла. Будем дрова колоть, сейчас, да? Будет номер показывать. Сейчас пойдем в кочегарку и будем, кто быстрее дрова поколет. Так, читаем, будем читать. Команда детей что написала? Какая бывает масленица? Какая бывает вкусная, красивая? Так, что тут снизу? Золушка. Веселая, красивая. Так, а здесь как что-то? Веселая. Так, блинная, веселая, красивая. Так, а здесь? Румяная. Так, а здесь что-то блинчики нарисованы. Солнышко. И солнышко. Вот, молодцы дети. Так, что у вас взрослые написали? Так, кто будет помогать читать? Широкая. Так, Маша. Приятные, солнечные, радостные, умные, красивые, хорошие. Окуневская, правильно, добрая. Прекрасная, любимая, а кто щедрая. Там писал, сами прочитайте, мы же не прочитаем, мы же не знаем тот язык. Сладкая. Радостная, скорее всего. Да, солнышко, вот, молодцы, молодцы взрослые. Так, сейчас переходим к следующему конкурсу. Замерзли, играть надо. Все нехорошо, тепло. Так, вспомним, как воду носили. Кто-нибудь помнит, как воду на коромысли носили? Коромысли? Взрослые? Встаем, ну что же мы взрослые? Они никто не помнит. В каждой команде. Дети все помнят. По коромыслу и два ведра. Я сейчас покажу, как это нужно сделать. Значит, берем это сооружение, подходим он к той коробке, в каждое ведро. Кидаем по одному там снежку, возвращаемся, передаем следующему. И так потом в конце мы посчитаем, чья команда больше наберет снежков. Как это делать, сейчас показываю. Так,
берет участник, подвигает сюда, ставит сюда ведра, керамику тоже ставит, кладет по снежку. Вот убежали, видите, как? Кладет по снежку. Так, опять одевает, одевает. Так, так, кладите. Снимаем, Вова, ведра, снимаем. Снимай, кромысло снимаем и ставим. И кромысло ставишь на землю. Так, снимаем. Кто воду носил в кромыслах? Поднимите руку хоть раз. Кто? Так, давай начинать уже. Так, можем. Начинать будем уже, давай. Давай, давай, давай. Так выкладывай. Да ладно, не выкладывай. Эти ставите, вы с этой стороны ставите. Ты бегает и кусает за ноги прям. Кто играет? Я уже рука устала. Кромысло одеваем на плечи. Вот смотрите, как мы это делаем. Так, кромысло на плечах. Да, 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 да. На плечо. А что так близко-то? Дети, двигаемся чуть-чуть. Страшно детям проиграть. Страшно детям проиграть. Так, как в старые древние времена носили воду на коромыслах. Приготовились? Поехали! Снимаем! Ладно, пусть так. Так, посмотрим. Вот так. Вот, вот, вот. Идет представиться. Зачем? Так, снежки остаются, да? Ставим. Коромысло снимаем. По одному кладем в каждый ведро. Сам смысл в одевании. А что хитрить тут начали? Маленьким помогают. Ой, какие хорошие коромысла. С водичку. Клади оба. Теперь сюда одевай быстрее. Так, тебе одевайся. Ой, помогите ей, что ли? Светочка, давай поможем. Вот, молодежь в этом конкурсе уверенно идет вперед. Света, тебя ждет команда. Ты почему команду подводишь? Давай быстрей, на старт быстрей. Главное не пропиться, так? Ой, ой, какие тяжелые Света, успокойся. Дай другим сходить. Ты еще находишься. Я помогу ей, она все сможет. Она сильная, что-то она не сможет. Так, вот как хорошо, молодцы. И пошли. Вперед. Наша гостюшка дорогая, она бежит нам, бывает все.
Привал, помоги, Ром. Я сама. Что же, нравится? Где ж такую игрушку теперь найдешь? Так, так, так. Светка, ты молодец! Так, команда взрослых закончила конкурс с коромыслами. Ставим здесь пока. Бодро с коромыслами. Команда детей продолжает пока, заканчивает. Вася, шевелись! Давай! Мимо! Все, одевай! Одевай, неси! Ну, неси давай. Давайте поставим. Клади снежки. Снежки клади. И сюда. Все, все, все. Правильно, надо больше ложечки. Все? Нет? О, профессионал. Все! Еще один. Ой, молодец. Давай снежки складывай. Складывай снежки в ведерко. Елисей, из коробки. Нет. Бери сюда, клади. И сюда. Это резиночка. И сюда. Попала. И сюда. Все? Давай, теперь назад. Давай. Оп, взял? Давай. Давай, давай, неси. Давай, давай, неси. Неправильно положили. Молодец, молодец. Кто у нас больше? Конечно, дети победили. Они трудолюбивые у нас. Будет у нас следующий конкурс. Ходьба на кабуле. Хорошо, что когда много детей. Thank you.
Что там собираешься делать? А, ходули. Это мои слова делали, ходули. А ты не помнишь, в школе всегда на таких ходили? Нет. Да? Это до вас уже не дожили, мы на ней. У нас Миха сидела ходули однажды. Ну, понятно. А это типа детские мини. Ребята! Так, ребята, маленько подвинулись назад. Туда, туда подвинулись, туда. Так, маленько. Давайте, 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 так, двигайтесь. Так, так, так. Вот. Так, первый участник берет. Не толкаться, все в ходули. Так, бери. Знаешь, как ходить? Ну, чем обидел-то его, а? Так, сейчас. Какая разница, кто какой, второй все участник пробегут. Тоже берет ходули. Мини-ходули, это мини. Так, второй участник тоже. Главное, берет. Держи, не на, не на носочках, не было, а здесь. Скороходули мне дайте. А вы на этих пройдите, это... попробуйте. Ладно. Соблюдаем технику безопасности. Вокруг стульчика и обратно. Надо дойти вокруг стульчика, передать ходули следующему участнику. Нет, вокруг стульчика и обратно. Так, приготовились, поехали. Возле стульчика. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так, не торопитесь, не торопитесь. Соблюдаем технику безопасности. Ура, ура. Ура, 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 молодец. Так, пошел, пошел. Это очень сложно, кажется, что тяжело. Настя, о, на середину ноги ставь пенечек. Настя, ждут тебя. Вот здесь начни, вот здесь начни. Вот. Давай. Так. Обманула, провела, да поставила. Дай, да уже. Вон, смотрите, как ходят. О! Весело гуляли, весело с играми, масляная прощай, ай да! А это ходули под копыта? Нет, на них еще лучше, мне кажется, я пробовала. Ну. На середину ноги пенечек надо, на середину. Ну, как получается? Так, а тут самый опасный такой поворот. Ничего, мы хорошо идем дистанцию. Товарищи, поддержим Олимпийские игры. Так ты взрослым отдай вторые ходули. Вова, Вов, взрослым вторые отдай большие. Владимир, а ну-ка не вредничай, не хитри. А, вон они там. О, что-то их много там. Их же много. Они уже там натоптали снег на них. Миша, браво! Миша, браво! Совпадение, не одного падения! Туфли на платформе тебе выдадим на следующий год! Тренировался, да? Молодец, Радамир! Ну, сейчас она втроем, как тройка. Света, отдай другому. Какая разница?
Давай, Миша, давай! Не посрами Россию! Давай! Вот. А там снег уже натоптался, видишь? Надо снег было отбить, видишь, они уже... Молодец! Опасный поворот! Крутой! Ну что же вы? Давайте стулка маленечко сюда, чтобы ноги... Не надо! Держись, Мишка, держись! Давай! Ты сможешь, давай! Сможешь же! Вперед и не шагу назад! Вы внизу снег маленько отшибите, а то они уже котлеты. Ну, как тут дела обстоят? Давай! Вот сади как вот. Стой. Давай вперед! Анюта! Не торопись! Ладно, следующий год мы это с палками сделаем. Это мы пробовали, как вы умеете ходить, нет? А к следующей масленице мы уже это... А вон Миша уже повыше приготовил. Только веревочки приделать. Точно. Михалыч, смотри, папа идет. О! На середину ноги. Во! Разобьешься. Припрыжку, Миша, припрыжку. Там пружин-то нету. Ну, солнышко, ну сейчас закончится и будем кушать. Дома надо было есть, правда? Сейчас, видишь, не наигрались взрослые. Коньковым ходом. Все попробовал, смотри. Ну, хорошо. Елочкой давай. Мышиным ходом. Воробьиный шаг. Сейчас ты выделываешь, что пойдешь. Теперь большой фигурный перестук. Давай что-нибудь следующее. Так, следующий конкурс сейчас будет у нас. Ходите. Дружба победила. Победила, как считаете? Масленица. Масленица победила. Так, кто еще не прошел, может ходить дальше. Так, следующий конкурс у нас будет традиционный. Мы в том году его начали проводить. И в этом году также. Только продолжим, да. Соблюдайте безопасность. Так, будем забивать гвозди. У кого получается это лучше всех. Вот смотрите, какие женщины активны насчет гвоздей. Мужчины в стороне остались, женщины вперед. Соблюдаем технику безопасности и аккуратно при работе с молотком. У ребятишек смотрите. Так. Давай! Лучше получается. Ротик, где? У него хорошо получается. Он три бочки у меня. Все, руку убирай, Родион. Так, будущие строители. О, как мы работать можем. Саша, следующий конкурс будет вытаскивать. Следующий конкурс. На следующий мат. Так, давай, молодец. Кто следующий? Берите котик.
команде детей гораздо быстрее идет забивание. Сразу видно командную игру, столпились, никого не пускают. Просто уже скоро доставать начнут. Ой, дети, как у нас бьют, молодцы какие. Даже не увидишь, кто. Так, руки только убирать по одному. Бейте по одному, лицо убирайте. Так, голову убирайте, а то стукнет. Вот, о, все, убирай руку. Руку убирай. Вот, двумя руками молоток держи. Вот. Ручку дальше. Голову убери. Давай, давай его до конца. Раз, еще, еще. Вот, вот. Аня, Ань, иди в этот. Двух ударов. Нет, подождите. Все, руку не ставь. Чуть-чуть настрой. Не спеши, да. Возьми двумя руками молоток. Молоток двумя руками. Молодец какая. Подальше от этого. Вот. Тебе надо. Я сейчас попробую. Ну, дыши легче. Не пропадем, мы дом построим. Ну все, не сильнее. Варежки одень. Рукавицы. Давайте двумя, двух ударов. Мужчины. Я не помню. Давай. Раз, два, вот. Раз. Давайте с двух ударов. Женщины с трех. Сначала под этого и раз, два. Раз было. Два. Полтора. Три. Молодец. Как в биатлоне круг. Круг почета. Кто промазал, круг почета, вот, как биатлон. Два, три, раз, еще раз, еще раз. Проблемы. И раз, два, три, раз, два, три. Задача не бревно забить. Раз, два, три, молодец. Трех раз. Давай, тише, давай. Левой Настя. Раз, давай. И... Ребятишки, кто желает? Настя, Настя, Настя! Левой как может. Левой рукой-то, а? Какие у нас правила. Ой, молодец. Да я левую забью. Где я сейчас? Ой. Ну, наверное. Настя, Настя. Детки, кому надо, подходите сюда, здесь бей. Гвозди где? Я не знаю. Дайте гвозди детям. Гвозди где? Так, вы, ребятишки, не наклоняйтесь, кто бьет, а то он размахнется и вам в глаз. Отходите подальше. Слышите? Не наклоняйтесь, он же не видит, он машет молотком. Вот. А стукнешь, это не поди, больно будет. Сильно не толпитесь, не наклоняйтесь, а то вы получите в лоб молотком. Стойте так, смотрите. Близко не подходите. Хочешь забить сюда? Ну а теперь, так, еще не закончили? Мы еще строим. О! Аня! Да, сюда. Молодец! Строитель будет. Да. Да, конечно. Руки замерзнут. Вера там еще что-то помогали пьяным. Не ровно. Подвижную форму строим. Молодец. Давай, Вера, положи еще. О, замах посильнее, замах. Она тихим самым нормально. Вот тут самый большой бьет, дайте посмотреть. Давай его, бей. Сейчас. Молодец, давай. Бей его, бей. Встаем в хоровод. Так, заканчиваем. А давай я потанцуем, погреемся немножко, а то холодно чего-то стало. Холодно. Вот. Будем танцевать. Снова. И вытаскивать. Все. Ноги из... Конкурс, резинка. Рукавички одевай скорее.
А то она замерзнет. Резиночку! Пойдем, Дима, погреемся! Мы на горку потихоньку, ой, потихоньку, люли, потихоньку, потихоньку. Правила игры такие, сейчас звучит команда, музыка, как перестает, надо вытащить ногу из резинки. Кто последний, то уходит. Встаем, все встаем, встаем, греемся. Так, кто, у кого резинка осталась на ноге, тот выбывает. Ни у кого не осталось. Давайте опять, давай по, какую-нибудь побыстрее. Давай, встаем. Пошли. Да. Сыр да масло. Так, у кого там осталось? Кто? Тот. Пошире надо круг делать, пошире. Резинка маленькая. Не, она растягивает. Шире, шире круг. Шире, чуть-чуть пошире. Побольше еще. Запутался совсем. Ой, хоть до духа, люди. Нет, ой, католика, люли, католика, да, мой тебе.